Маши. Территория Маши. Спонсор ООО «Смазочные продукты ЛМ». Ценности определяют выбор, поэтому к качеству продукции мы предъявляем самые высокие требования. Выбирая Liquimoly, вы выбираете настоящее немецкое качество, надежность и уверенность. Liquimoly – это моторные масла, автохимия и автокосметика для тех, кто ценит самое лучшее. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о детской кроватке и движении по кругу. У многих из нас есть дети, у многих даже маленькие. И мы знаем, что такое, когда ребенок не спит. По некоторым исследованиям, в первый год жизни ребенка родители спят в среднем по 5 часов в сутки. У них от этого стресс, да и вообще они худеют. Но теперь можно будет спать спокойно. Компания Ford выпустила собственную детскую кроватку Max Motor Dreams. Специалисты немецкого отделения выяснили, что самый простой способ укачать малыша – это прокатить его ночью на машине и желательно подольше. Так вот, кроватка имитирует ночную поездку на автомобиле. Она имитирует звук двигателя, шум шин и даже ночное освещение города. Управляется она с помощью мобильного приложения, которое может записывать окружающие звуки, а потом их включать дома. Программа также анализирует участки дороги, на которых ребенок успокаивается. Тем самым она сама составляет звуковое и световое оформление. Пока устройство существует в единственном экземпляре. Но, судя по реакции молодых родителей, Форду придется наладить массовое производство. Просто очень спать хочется. В ГИБДД решили поставить точку в давнем споре между теми, кто заезжает на круг и движется по нему. Мы уже почти привыкли, что круг у нас главный, особенно в больших городах. Но в правилах четкого указания на это не было. Чтобы определить, кто должен ехать первым, перед кругами ставят знаки «Уступи дорогу». Вроде мы уже привыкли и перед маневром автоматически останавливаемся. Но есть и те, кто помнит о помехе справа и динамично вылетает на круг, не пропуская никого. И вот вам авария. Инспекторы решили, что правила пора унифицировать по всей стране. И в ближайшее время приоритет тех, кто уже едет по кругу, будет официально закреплен. А вот самый большой круговой перекресток в мире расположен в Малайзии, в городе Путрая. Построенная в 1997 году дорога имеет диаметр 3,5 километра. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. Спонсор ООО «Смазочные продукты ЛМ». Ценности определяют выбор, поэтому к качеству продукции мы предъявляем самые высокие требования. Выбирая Liquimoly, вы выбираете настоящее немецкое качество, надежность и уверенность. Liquimoly – это моторные масла, автохимия и автокосметика для тех, кто ценит самое лучшее. «Территория машин».